Лучшие инициативы начинающих защитников окружающей среды поддержат на федеральном уровне. В Петербурге прошел молодежный экологический форум. Организаторы говорят, что форум создавался для объединения усилий экспертов и начинающих экологов в деле сохранения окружающей среды. Одни здесь делятся своим опытом, другие – идеями. Экологический туризм. У нас есть особо охраняемые территории и на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И мне хотелось бы популяризировать именно среди молодого поколения пребывание на этих территориях, чтобы лучше узнавать, ну, не только историю. Историю мы как-то учим, а нашу вот природную историю почему-то это выпускается из вида. Впервые за 3 года существования экологический съезд получил статус всероссийского. По итогам работы молодежного экологического форума будет сформирована декларация, в которой отразятся наиболее актуальные идеи участников. Текст документа направят в администрацию президента. Кстати, в прошлых годах губернатор Георгий Полтавченко поддержал один из проектов форума по созданию экодружин, которые сейчас активно следят за состоянием окружающей среды Петербурга.